Сегодня я сыграю в самые отбитые странные режимы Roblox. Я сыграю в режимы по скибиди туалету. Обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, ведь мы идем к 1 миллиону подписчиков. Но перед тем, как мы начнем, минутка рекламы. Хочешь купить робуксы, но при виде цен на официальном сайте тебе страшно? Покупай робуксы на RBX.app, самый лучший сайт по продаже робуксов. Везде всегда самый выгодный курс. Моментальная доставка робуксов методом трансфер. Если ты боишься, что тебя обманут, то здесь есть огромное количество положительных отзывов. А у них в Дискорде проходят ежедневные розыгрыши. А сейчас в их группе ВК проходит розыгрыш на 10 тысяч робуксов. Заходи по ссылке в описании и покупай. Первый режим называется Туалет Tower Defense. Так, погнали смотреть, что я могу. Отправляемся в Туалет Сити. Let's go. С какой-то X-коки-терка. Идем. Ну, пока, знаете, не особо отбитый режим. Что-то обычное. Я хочу жести. Я хочу реальной жести. Все, нас уже телепортируют. Что же будет в этом туалете? Обычный Tower Defense, где мне нужно туалеты ставить? Что? Что это? Спикермен. Блин, я не особо знаю лор, конечно, вот этого скибиди туалета. Если вы жестко шарите, то напишите, пожалуйста, в комментарии. Здесь у нас куча туалетов, какой-то мужик из туалета вылазит. Неплохо. Я не умру в туалете! Но если бы я отсюда вылазил, я был бы покруче. Кстати, оцените скин, который я сделал для сегодняшнего видео. Мне кажется, он просто восхитительный. А? А? Ой-ой-ой! Отвлекся, мне тут уже прорывают. Куда? Все, разбираемся с этими мужиками. Мне денег немного. Но я мастер в Tower Defense. Если что, без проблем здесь разнесу, справлюсь. Ну давай, все. Что это бегут? Смол туалеты. Так, мы отбиваем маленькие туалеты. Из какой палаты сбежал Кен, который это придумал? Интересно. Он вообще шизанутый. Ну ладно. Это какая-то колонка на ножках. Ну это чисто обычный офник в моем дворе, который гоняет с колоночек и включает Моргенштерна, и ему кайф. Ребята, ну это мега интересный режим, конечно. Ну ладно, давайте я буду жестко комментировать. Туалеты ведут огромную атаку на наши войска, но спикермены их отбивают. Смол-туалеты ничего не могут противопоставить нашей огромной армии. Скорее всего, туалеты проиграют. Что это? Я еще что-то могу там на их сделать. Ой, я могу их ворочить. Но это не особо мне помогает как. О, пошли обычные туалеты. Ё-моё, все. В рядах туалетов пополнение. Теперь у них есть обычные туалеты. А, я могу апгрейдить своих спикерменов. Но я надеюсь, что тот Кент справится. Добьет. Он же добьет их? Я думаю, добьет. Дайте денег. Ой, ну просто как батя уничтожать. Давай, давай, все, убивай их. Так, а мы сейчас сделаем жесткий апгрейд за 150. Погнали. Теперь у нас спикермен левел 2. Сколько мне тут стоять? Тут бесконечно. Автоскип, короче. Скип вейв. Туалеты не знали, что спикермены апгрейднутся, и теперь они второго уровня, и туалетов теперь нету шансов. Как люди додумались, Дэд? Как они додумались сделать Tower Defense, где какая-то колонка на ножках будет отбивать туалеты? Это вообще адекватный человек? Мне кажется, не особо. Ну давай, спикермен, давай бей. Что за бред, конечно, здесь происходит? Ну ладно, подождем. Давай, бей. Все, максимальный левел спикермена, третий. А где та женщина? Я должен был же быть с какой-то женщиной. Ё-моё, это что такое? Спайдер-туалет? Ужас. Но это жуткая штука, конечно. Если бы я такое в детстве увидел, я бы обосрался сразу. Ну, короче, скип вейв, я хочу, ну, жестко качаться, погнали. Блин, я бы, типа, в Tower Defense такой бы поиграл на стрим. А это в целом прикольно. Ну, конечно, на видео, что мне делать. Сейчас тут 3 часа стоять и бить. Ну, ладно. Спайдер то ли. Я хочу узнать, какие вообще войска будут у этих кентов. Что у них будет? Скип вейв. Я хочу новый. Ой-ой-ой-ой-ой, полицейский туалет, что? Ё-моё. Ну, такие полицейские у меня в городе. Я сейчас такую оборону сделаю. Никогда не пройду. Они не возьмут Киев за 3 дня. Сколько? Wave 8 стартов. Все, я хочу быстрее. Ну, дайте драться. Не, мне кажется, это можно бесконечно. Это будет бесконечно длиться. Давайте перейдем к следующему режиму. Конечно, режим просто восхитительный, обалденный. Здесь у нас полицейские туалеты, но хочется немного больше экшена. Я хочу сам драться с этими туалетами, а не просто смотреть, как какие-то колонки их избивают. Следующий режим у нас называется Skibidi Tower Sword Warriors. Мне немного не нравится, что здесь есть тоже название
Тауэр в названии. Ну, и, ну, у меня есть палка в руках. Скорее всего, я смогу биться. Так, погнали. Мне нужно бежать к какой-то утке. Ацепт. Я не хочу, чтобы разговаривать долго. Куда? Все, send inbox. Сюда мне и дойти. Что она мне сказала? Блин, все-таки нам было слушать. Complete the current quest before new one. Что? Какой у меня квест? Royal City. Complete wave 3. А, во, погнали. Royal City. А, вот, они сейчас встанут, и мы вместе зап... Все, я понял. Понял. О, со мной подписчик, Рип Гостер. Кайф, он какой-то... Он очень сильный, как я понимаю. У него 130 уровень. Ладно, погнали. О, вот это кайф. Вот это... Это что такое? Это человек? Блин, я хочу таким стать. Он просто уничтожает всех. Я вообще помогаю им, потому что палкой хожу, бью здесь. Вот этот человек, кто это? Или это его какой-то типа бот, который он заспавнил? Вообще, кто это по лору? Что это за стадни? Я типа гуглил скибиди туалет, и там вот подобная махина была. Это что такое? Чего? Это тоже какой-то человек-колонка? Там типа сражаются человек-колонка и человек-туалет? Или что там? Слэш, let's go. Q у меня нету никакого удара. Походу ничего у меня нету. Боже, мне неплохо так сносит хпшки. Но у меня третий уровень. Ай-яй-яй-яй-яй, какие огромные. А как это связано с кибиди туалетом? Или это кенты просто на хайпе с кибиди туалета взяли и поставили себе в название, и теперь типа, о, у нас режим по кибиди туалету, а здесь I'm falling down. Зачем вы меня оскорбляете? Да, может быть, я не самый умный, зачем оскорблять? Так что мне эта утка скажет, интересно. Great job, you complete the quest. Can you egg and quit new sword? О, получим новый меч. Я хочу, вот, посмотрим, что мне даст эта штука. Что, сколько я могу? Хочу. Давай. Че, пизданутая? Она мне опять палку дала мою же. Опять мою же палку дала. Что? Мне дали два раза открытие, за два раза мне выпала моя же палка? Это лютый скам. Ничего не понимаю. Реберс. Что? Что? Подожди, может я могу? О, могу еще. Давай. Ну. О, Iron Sword. Кайф. И могу еще один раз хоть? Один раз, пожалуйста. Могу еще, давай. Ну. Вообще хочу. О, Pirate Sword, Pirate. 13% на это было. Я могу вот так, все. Вот хочу только вот это выбить. Понял. О, еще какой-то Eternal. Боже, что здесь происходит? Сколько здесь? А где? Что это? Как скибиди туалет с этим связан? Не, мужички, я сегодня пришел играть в режимы по скибиди туалету. Поэтому я буду играть в режимы по скибиди туалету. Переходим к следующему режиму. Вот он, я уверен, вот он точно будет жестко связан со скибиди туалетом. Вот она имба, только зашел, а здесь уже музычка. Топ, yes. Yes. Так, этот режим называется Скибиди Туалет Атак, эпизод 58. Это еще 58-я часть этого режима. Так, все, погнал. О, вот он кайф, вот то, что я ждал. Я с пистолетом хожу, убиваю других кентов. Вот. Какой же я жесткий. Бам-бам-бам-бам-бам. Вот, мои навыки кость. А, нам нужно босса вместе бить, а не людей. Режим бомбезный. А тут голосовой чат. Алло, ребята, у вас есть голосовой? Алло, ребята. Алло, ну как там с деньгами? Ау, ребята. О, мы его убили. Мое. О, мое. Какие-то диджей туалет. Что здесь происходит? Просто туалет. Сколько? Имба режим. Я буду всю жизнь не ловить. Так, у меня есть план. О, план. Что я могу делать? На тебе, на. На по морде. Иди сюда. На. Не, это имба. Это лучшее вообще, во что я играл в своей жизни. Здесь можно драться с пистолетом. Можно бить вантузом туалеты. Тут есть диджей. О, тоже полис туалет. Кайф. Это имбовый режим. Здесь есть все. Только не умри. Давай, на вантуз. Походу, вантуз супер жесткое оружие. 120 урон наносит. Сколько мой блок наносит? 20 вообще наносит. Вантуз жесткий. Я зверь. Атака. Как, что значит атака? Я хочу атаку. Я не понимаю, что происходит. Какие-то дейли есть. О, клейм. Я хочу вот эту штуку. Я хочу. У меня еще куча подарков. Хороший режим. Тут еще и подарки всякие дают. Кейсес. Кейсы. Блин, в этом режиме есть все, что я люблю. Open. Говно какое-то. 10 робуксов. Golden case. Я готов. Я хочу.
1000 голды, да? А кроме голды, можно что-то по... Что? Я купил за 2000 голды, значит, себе кейс, и он мне дал 800. Дайте мне что-нибудь. Армс. Ну, чё б я оружие купил за робокс? Я могу это? У меня новое. О! Блин, мне денег. А где деньги вообще пишутся? У меня теперь есть стэк 9. Сколько здесь всего, посмотрите, тут всякие дубины, какие-то анальные палки. Оу, май. Хочу вот это, хочу скин. Денег нет, все, я пошел кормить. Как закрыть? Я хочу еще драться, у меня теперь тэг 9. Вы посмотрите на это. Что вы туалеты, а? Не ждали, а я вернулся. На. Боже, нет, не убивай. Самолеты! Что здесь? Боже. Не, знаете, мне даже стало интересно разобраться уже. Как здесь все это работает? Нет, не убивайте. А мужики мне не хотят помочь, там огромный кент. Он вообще, ему пофиг, я тут всех сам стэк 9 убиваю, я супер сильный. Я сильнейший вообще. Сколько у меня? О, у меня уже 500 монет. Не, нормально, деньги легко фармятся. Зачем я вообще покупал за робоксы что-то? Опять я покупаю, непонятно что, трачу свой робокс. Покупайте мерч, пожалуйста, чтобы мне было не так трудно тратиться, пожалуйста. Не, ну этот режим реально очень имбовый. А, на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. И если вы наберете много реально лайков, то я сниму продолжение, где мы опять же сыграем в режимы по скибиди туалету, в различные классные режимы. Этот режим мне реально очень понравился. Он реально интересный, я, может быть, даже сюда завтра зайду. Все, всем пока, с вами был Лексман. До скорых встреч, друзья! People look, bitch, this our own conversation. Perfect pictures on the ground.